Здравствуйте, меня зовут Алексей Халецкий, а вы продолжаете смотреть ФФА сериал «За Шотландию» в Sid Meier's Civilization 6 Rise and Fall. Если же не продолжаете, а видите эту партию впервые, то рекомендую перейти к первой серии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Говорю, если бы там другие люди играли, то одно дело. Но в такой ситуации было бы очень сложно. Лагает. Он говорит, если бы играли другие люди, было бы... Тут дело в том, что просто не строили армию вообще никак. Это взаимосвязано. Не слышу ничего. Горит грязнуха и ползуха тебя называет. Земляным червяком. И Сандро еще на 1500 получает. Уже забрал. Ученого, да. Уже забрал. Эту парфюмерию надо забрать. Слушайте, с этими туристами, короче, даже шпионы не нужны. Реально, у меня эврики сыпятся каждый ход по две штуки. Причем они не как-то в начале хода, да, типа когда ты загрузился, а вот прям в процессе ты сидишь, что-то делаешь, тут раз, оп, держите эврику, оп, еще одну. Классно. Так что в ну, и держать какое-то число туристов, получается, есть смысл, даже не играя в туристическую победу, если это именно связано, потому что я не уверен. Лагает что-то, конечно, страшно сегодня. Надо в Антиохию отправить один торговый путь. Самое забавное, что открытые границы у меня остались, смотря на отсутствие союза. Это мне тоже странно. О, Борис, там будет открытые границы. Поэтому, да, если они дают туристов так же, как, ну, полноценные открытые, то не продлять союз вообще бессмысленно. Это команда тут, ошибись. Не, ну чё, принципиально, чё, войну объявить? Тогда точно все пропадет. На самом деле, я тут открою тайну, но этот Сандро, мне кажется, зря отказался, потому что у меня был Вильнюс, и у нас был экономический союз. И он в итоге получал. Я же говорил, там Вильнюс тебе типа, давал 150%, короче, прирост. Он ему тоже давал, понимаешь, в чем фишка-то? Ну, у тебя какой бонус соседства, и у него какой бонус соседства? Разница есть. Он получался, то
Но ты чуть ли не со старта получал, то есть его за союз, у тебя же... Союз был не со старта. Не, ну не со старта, но тебя ходу где-то к 50 уже точно при 100% было. Да не было. Там я же сколько раз ему говорил, караван отправь. Там у нас на 70 каком-то ходу второй левел был союз. Все равно, короче, вот этот Вильнюс тебе очень сильно помог, как раз. Ну, конечно. Не, ну я бы, на самом деле, я специально Антонарилу еще убил, а то там было вообще 400 культур сразу в средневековье. Че тут торговец? Ага, писателя еще получу. Все, у меня не осталось ни одной культурной технологии, которую я могу выучить. То есть у меня там оставались какие-то мелкие недоученные. Джим said the prince. Ну я, честно говоря, вот сейчас не знаю. То есть. Тут может только рассчитывать на то, что они там друг друга будут мочить, потому что мне захватывать Индонезию нету ни сил, ни возможностей. То есть, может быть, я и сильнее Индонезии представить, но, ну, 1242, да, но это просто у него не апнутые юниты, это все делается очень быстро, апается, это вообще не вопрос. Ну тут больно будет. Я здесь куплю строителя. Там еще пройдемся. Так, ну тут роста нету, здесь нету. Хотя еще на всякий случай смотреть, чтобы не залочены жители были. Ага, не залочены. Ну подожди, вот этот нормальный. Тут еще есть пару клеток обработать, между прочим. Вот холмы еще не обработаны. Так, тут что? Тут ничего не залочено. Слушай, Димка там где-то метку поставил, еще и уран. Ну, что поделать? Там все в снегах. Я нифига, я тут пригород строю, если роста никакого нету.
Грей уже и космопорт построил. Я сейчас хочу скука. Говорю. Да я не один, ни второй ученый недостойность. Я по науке ничего не снял. Не, а спутник спускается, блин, настолько, что... Там последние проекты будут ходов 12 делаться. Так, у меня самые мощные какие? Мы сегодня днем играли партию, я получил... Мы там еще обсуждали, суммируется, кстати, ваше какое мнение, бонус великого инженера, когда есть Галикарнас, то есть плюс 100 и плюс 100 еще. Как плюс 200 или нет? Без понятия. Я думаю, нет. Ну это ж посмотреть можно. Мы там же не написано ни черта в интерфейсе. Я так понял в итоге, что суммируется, потому что он у меня... Он суммируется. Проекты делались два хода последние, при том, что там 900 промки нужно. Но у меня был еще и ученый, то есть у меня плюс 300 сумма. Самое большое извращение — это поставить национальный парк, перед этим засадить все лесами, а потом ходить эти все эти леса вырубать, ну, либо лесопилки ставить. А смысл их вырубать? Ну, чтобы шахты поставить, чтобы больше промки было. Тебе по-хорошему нельзя их... То есть ты там уменьшаешь эффективность национального парка, части там падает. Серьезно? Мне кажется, нет. Конечно. У него эффективность зависит от престижа. А, тогда шахты нельзя ставить. А лесопилки можно, они не влияют. Лесопилки, да. Так, там художественный вдаль. Как ты набираешь культуру-то? Ну, по три вход, как раз сколько там. Ну, компьютеры откроет и вообще, наверное, ломанет. Он, наверное, уже не открыл. Я уже компьютер давно. Не, компьютер я открыл очень давно. Намного раньше, чем, например, сталеварение. Не, ну треть, я думаю, нет. То есть ты думаешь, почему я забрал у тебя Эйфелеву башню? Почему я забрал у тебя Христа Спасителя? У меня нет религии, зачем мне Христ? Христ. Сандро, тебе не хрен делать постоянно из Стокгольма послов и выгонять. Вот скажи честно, не хрен делать? Да. Он сидит там, постоянно вырезает людей. Уменьшает вам науку всем. Я страдал пол игры. Особенно мне. Ну хорошо, захвачу Стокгольм, раз так просто. Без проблем. Так что он делает, Димка, этот он Христос? Он удваивает культу самых туристов от... от курортов, по-моему, от курортов, да? Да. Я об этом забыл совсем, надо было, да, надо было строить. Ну я с культурой не особо. Религиозный татуризм, да, это фигня, как на самом деле, чтобы ты не шел специально. А вот курорты. Так, а где мы тут? Да под Эйфелевой башней. Генерал, сила который... такая, что... Ну, на самом деле, чем забирать меня чудеса, лучше ты проектов наштамповал и ученого одного сейчас. Я взял одного ученого. Какого? Это же хрень. Это не хрень, у меня науки меньше, чем у вас. Мне они вообще он бесплатно прилетают. Все. У меня реально все еврики уже есть. Ну, кроме я раз, не два. Знаю, почему у тебя все еврики бесплатно. Раз, да? Два. Трех еврик нет у меня из всех технологий. Хрень. Ну я так понимаю, что это механика такая сейчас, что, типа.
Ну, надо разбираться, потому что это имба и полом. Ну как имба и полом, ты точно так же можешь, типа, в туризм угореть. Просто он строил театральные площади, а мы нет. Нет, я про то, что, грубо говоря, если ты идешь в науку, то культура у тебя от этого не появится. А если ты пойдешь в культуру, у тебя наука откуда-то появляется. Я почему и сказал ходов 10 назад о том, что ну, мне очень понравилось играть именно так, и нахрен компуса нужны. Потому что сыпет Эврик, да, тебе надо построить. Я вот в этой игре построил два кампуса в начале, и там чуть ли не знаю, да, там индустриальные эры, а может и дольше, больше ни одного не строил. Мне хватило не отстать, очень даже. Ну, оно ж бусты просто кидает, правильно? Не ну, 40% как бы. Это очень. Ну, а ты их делаешь и так. Ну, что, вот, например, последние эпохи ты вообще хрен что так сделаешь, ты можешь только шпионов украсть. А тут тебя не все вот так. Шпионом воруется нормально, кстати. Просто очень прилетели. Нормально. Бесплатно. Я к тому, что... Ну, как бы, в любом случае надо строить кампуса. Здесь то, что это приятный бонус, да, это хорошо. Но имбы какой-то здесь пока нет. Понимаешь, надо 45. Смотреть, как ты идешь. То есть, я считаю, кампуса начал строить вот после Средневековья. Мне до этого ни нафиг не нужны были. В принципе, вообще. Прикольно, что за каждую тех общество будущего дают повышение губернатора. Да, то есть можно оценить по максималке. То есть можно до конца хрень докачать успеть. Так, о, еще Эврик. Спасибо. Космопорты. Причем, если я уже до этого подучил технологию, да? Ну, то есть, вот эти 40%, чтобы осталось. Я сижу, а мне кихи прилетают уже как изученные, прям в течение хода. Ну, хотя вот эту теху я не хотел, на самом деле. Я теперь вместо того, чтобы за два хода арту построить, буду строить РСЗО сидеть. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Если вы сомневались, заходить ли в игру, потому что вы там ничего не поймете, то сообщаю, что разработчики улучшили обучение, добавив кучу пояснялок с картинками в формате комиксов. Да и развитие теперь ускорилось. Так что заходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и используйте кодовое слово «Лёша играет». Так, Димка, ты говоришь, что... А, стоп, слушай, мне Эврики же, действительно. Ой, я говорю. Да, я вспомнил, что сказал, что ученого на Эврики взял, а потом вспомнил, что у меня Эврики твои не видно. У меня тут был, ну, выбор, куда шпиона отправить. Mm. Изучите кто-нибудь лазер. Кстати, можно смотреть, кто что открыл таким образом. Или на что у них есть эврик. Прикольно. По идее... Да, чё? Я думал, что города другой религии степенился, другую уничтожаются. То есть здания вот эти вот третьи. Оказывается, нет. С чего бы? По-моему, никогда не уничтожались. Ну, дескать, что другая религия, поэтому, дескать, вот это вот здание нельзя уже строить. Тебе нужно свое. Но оно же построено уже.
Ну да. Но это на самом деле кривая механика всей этой шестерки. То есть пятерки было идеально, по-моему, сделано. Пятерки можно вообще все построить. Уникальное улучшение, как бы ты захватил город, оно не испаряется в небеса. Пятерки можно было вообще все здания построить в культу. И на веру. Ну, это тоже вполне все логично. А еще в пятерке города не разрушали за один ход. Мгновенно. Куда пропал дым из моих электростанций? Кто их выключил? Ты экологию изучил? Прикольно. Мне тоже не дымит. А, нет, у меня дымится все нормально. Че, Сандра? Не, прикольно, я думал, что не... это так работает, если ты экологию изучаешь и это. Я думал, что экологию изучил давным-давно. Гора Фудзи в ясную погоду. Красивая картина. Ну, слабенько. А убери этого скаута отсюда. С территории. Тут везде твоя территория. Ну, к себе беги. Просто реально странно, что они открытые границы остались. Так, а мне еще третий космопорт построить. Стерлинг 95, тут 121, 74. Ну да, похоже, здесь, в Дамбартоне. Слушай, так нет, получается, лесопилки приносят ровно столько же промки, сколько и шахт? Ну, если все техи изучены, да. По-моему же, да, да. Ну вот я вижу у тебя там да. Грунинген. Ну это после какой техи-то там? Давай посмотрим. После. Что-то я не вижу. А это не в этих, не в культуре? После столеварения, что ли? На столеварение дает плюс один. Допустим, у нас есть холм, да? Вот этот вот, от у нас черного нина. Ну давай, подсказка, ты сможешь появиться. Не хочет. Ну вот у тебя соседний холм около реки. Не, около реки-то понятно, что там. Там плюс один еще дополнительно, поэтому у тебя да. Там 6 промки. Два. То есть она просто лес. Вот, равнина, холмы. 83 очка. Ты вот представляете, сколько у него у Египта кампусов и зданий? Нам тут нет рабочего, чтобы работать. 83 очка великих людей. Смотрим, ладно, вот это вот. А, ну да, слушай, Андрос, сколько у тебя кампусов, расскажи нам. У меня? Ну, ты же Сандро. Я просто... Не услышал начало фразы. Дискорд что-то залагает. То есть мы можем переходим. Угадать. Давайте попробуем угадать просто. Я думаю, что у него 18 кампусов. Да не, ну у него столько городов-то нет.
Ну я ж я не вижу, сколько у нее, ни сколько городов у нее, ничего. Поэтому я угадываю. 11-12. Слушай, Димка, ну Антиохия тебе зачем? Ну блин. А, или ты квест выполнил какой-то. А, ну, да, ты... квест выполнил. Не даешь мне с сюзереном быть. Да забирай, я ничего против не имею. Где-то 12-13 компусов где-то так. Ну. Где-то так. Игра реально лагает прям, то есть города даже переключаются с задержкой. Опять это иду. Все-таки нафига мне тут торговец, мне надо науку быстрее открывать, а это значит только инвестиции в исследовательские гранты. Вообще 4. Десять ходов и до золотого века 7 очков. О, я ж могу наконец-то реликвию. Где у меня этот? Я тут впервые с выхода Дона построил наконец центр водных видов спорта. Создана. После того, как они сделали все это значительно дешевле. Задействовали. Этот ждет, этот ждет. Хотя он пухи атома. А что он вообще делает, если активировать? Дает 1.85 подземному. Так, это все как-то сейчас уже бессмысленно, конечно. Что-то тырю эти деньги, а нафига они уже сейчас? Так, то что-то есть хорошее, вот, к жилью и довольству.
Плюс 2 производства или плюс 4 на единицу населения. Давайте, наверное, переключимся на демократию и возьмем... Давайте глянем вообще, что будет лучше. Вот мне просто даже интересно. Вот смотрите. У нас 116,3 в Дамфрисе производства, да? Переключаемся на демократию. Берем, во-первых, наследие от коммунистов 0,4, да? Так, здесь берем... Этот арсенал оставляем. Это нафиг надо. Здесь возьмем. Ну, содержание юнитов, наверное, пока оставлю. Тут наука, золото, это все. Что у нас еще есть? 10% золота, торговое наследие. Нафиг не надо. Ну, республиканское наследие можно было бы. Что у нас в экономике? Новый курс. Вот, новый курс надо взять. Следующим ходом посмотрим. 116,3. Ну, оно просчитает следующим ходом только. Стоп, а какая тут... Блин, что я делаю? Я ж тут космопорты хотел построить, ё-моё. Какую-то фигню устроил. Ну, лаборатория, конечно, не совсем фигня, но... Сейчас-то важнее космопорты. Надо мне вот из этих трех городов чисто отправлять теперь караваны. Что нам по производству максимум? Джапахит. Туда и отправим. Территория Кир, Грей, Сандро, а мы с Димкой в отстающих. Димка, как так получилось, что мы с тобой в отстающих? Ну, у меня городов мало, а у тебя плохие города присоединенные. Исчерпывающий и коротко. Спасибо за аналитику. Да не за что, обращайся. Так, перебрасываем в Дамфрис.
Блин. Ну ладно, это тоже нормальный город. Там тоже у меня космопорт будет. Так, давайте попробуем похитить ускорение. Здесь мы не будем строить космопорт. Исследовательские гранты везде. Пять. Просто Магнус дает Стерлингу бонусы всякие, 128. Я думаю, что тут имеет смысл строить электростанцию будет. Я так понимаю, что ты будешь просто смотреть, как голландец улетает, да? Пока смотрю. Мы ничего не можем сделать, например. У тебя там куча армии. Ты ж можешь... У тебя свои города далеко от него, а тут чисто... Чужие. Уже не важно, сейчас просто если начнется война, я верну бегу. Ну, что если начнется? То вы друг друга убьете, а если не начнется, то ты улетишь. Ну, у меня нет ни одного ученого, это скорее Сандра улетит в итоге, а не я. Инженеров убили. Исследовательские гранты. А вообще, что я их строю? Это я купить все могу. Что это я туплю? Фабрика. В Эдинбурге я археолога. Построю, но при этом куплю электростанцию. Такие классные юниты прокачаны. Золотой век. Здорово. Почему-то копье Димки Бау здесь каким-то образом. Фиг знает где. А, слушайте, я же хотел посмотреть, как оно повлияет. 130, а было 116. Все-таки демократия с этими карточками круче, чем коммунизм. Так, центр вещания я тут завершил. В итоге в этом, в Роттердаме все три нефти присоединились. Хотят... Культура сток. Две в четвертом радиусе.
Карточка, кстати, на культуру вообще ничего. Если она, правда, она не нужна уже, когда ее открываешь. Какая? Да, на плюс 10% за сюзеренство. Я ее на пару ходов поставил, 890 был. Раньше как-то она больше заходила, сейчас что-то не очень. Да нет, почему? Зависит от количества сюзеренов. Поставил. Потом и делаешь. Она мне давала 300 культуры вход в чисто с карточки. Помимо всего остального. 294, там, по-моему. Кто-то в Теночтитлане крадет денежки. Да не, Арчи вспоминает. Продолжаем исследовательские гранты. Просто Данди тоже влияет на Стерлинг. По идее, 140 уже производства. Так, аж какие-нибудь... Ну, ученых уже нет, инженера мы не можем взять. Давайте попробуем этого торговца тогда. Пусть тут нету... Здорово, шпион улетел. Че, я так понимаю, Сандру уже открыл все? Нет. Хорошо, по-другому спросим. Ты открыл все для улета в космос? Нет. А, нет. Это такая робототехника. Так, ну мне надо красть. Надо пересаживаться к Сандро. Видимо, шпионами красть у него ускорение. Спутники я еще открою, а вот дальше... Алюминиевый рудник нужен, три танка есть, два аэродрома нужно. Так, два аэродрома, алюминиевый рудник. Лёш, а ты что-нибудь планируешь делать? Ну, если ты мне скажешь, что я могу сделать. Не знаю. Закидать всех ядерным оружием. Единственный шанс. Что-то сделать, правильно? Да, хорошо. Как бы я клепаю потихонечку, конечно, ядерное оружие. Ну вот. Ну какой еще и шанс? Так, два аэродрома есть. Теперь алюминиевый рудник. Вот у нас алюминий. Раз. Где-то еще было? Вот алюминий. Вот тут давайте мы купим. Строителя. О, блин. Он посадил к себе. Че, сейчас все в темный век. Страна изгой. Почему? Ну там же карточка на производство МП. А, попробуем индонезийца красть. И ядерки по три хода во всех городах. Д10
делать столько их, просто капец. Ну, ты же мог заключить со мной союз, я бы тогда даже не пытался у научной выходить. Пытался до конца уж культуру. Так вполне возможно, чтобы получилось, в принципе, да? Ну, вряд ли. Вряд ли. Вряд ли. Там я... слишком... Если бы те люди не умерли все вот так вот сразу, может, я бы... Если бы не умерли, если бы ты взял культурные, туристические чудеса, и так далее. Ну, да. Ну, очень много всего. Если бы я этого ученого очень долго ждал, следил, и в итоге все равно не смог. После того, как ты забрал ученого, вообще изи, мне кажется, можно. Так, давайте глянем, просто интересно. Запуск 3. Что за уникальное улучшение городского парка, Лян? Где оно строится и кем? Оно строится рабочими будет? На земле. Серьезно, что ли? Да. Доходы. А где угодно, типа? По-моему, соседство нельзя, чтобы было. Плюс один довольство за соседство с водными клетками, вот как-то написано. О, у меня пульдер на нефти оказывается. Ну нормально. Не сносить же единственный пульдер ради нефти. Почему единственный? Ну практически, их всего два. А почему бы и нет? Ну, нефть это штук 6. А пульдера 2. Египет взял карточку, которая уменьшает влияние вражеских шпионов на его территории. Ну и плюс, кстати, да, если бы ты же союз продлил, ты бы бонус Вильнюс получал. Да там бонус мне он не нужен. Ну фиг знает, там 150% на самом деле карточку если поставить. Так, тут аэродром построили. У меня районов этих было мало. Я еще не привык их строить. Да, там посмотри, там у вас у всех троих их мало. Не, сейчас-то, наверное, много она. Не, все равно 41 на Голландии больше. Но у меня в каждом городе. Вот. Без исключений. Вот я же говорю, что видите. Да мне-то уже просто давно все равно. Я уже какой раз беру повышение губернаторов. Один ход, кстати, учится. Кого? Ну, повышение губернаторов каждый ход выдают. Иногда каждый два. Бред, конечно, так что заходило. Понимаю, ты их всех изучаешь по полной, да? Ну я уже там всех почти до так, конца. Так, аэродром или взлетную полосу. Кроме религиозного. На другом континенте. Нету на другом континенте. Вообще, по-моему, другого континента в принципе нету. Я не могу никак его построить, блин. Жаль, но все равно аэродром и взлетную полосу мне надо... Туристы туда-сюда колбасят. Не надо, это два аэродрома, вот взлетная полоса. Общевойсковые бригады. А ты эти ставил в супермаркет? Общевойсковые бригады. Взлетная полоса, это военный инженер. Четыре туриста от каждого.
Да, неплохо, с одной стороны. Так, с другой стороны, например... надо целый район построить, ненужный нахрен. Могу я его тут купить? Еще могу. Тут построен. Давайте смотреть, что мы можем. Взлетную полосу я сейчас построю. Два аэродрома следующим ходом построятся. Ну, при тысяче, которые есть. Следующим ходом построить, все остальное надо умножаешь на 2, это уже 80, считай, 10%. Надо открыть. Это я не могу сделать, это я... Сейчас исследую, пойду. Неплохо. Я пойду в космическую гонку. Потом. Тут еще 3 аэропорта. То есть надо еще один аэродром. Не, ну если бы я же говорю, если бы я продолжал чисто в туристическую, я бы думаю, уже везде поставил. Я в какой-то момент отказался от этого. Наверное, это был тот момент, когда туристов внутренних стало прибавляться больше, чем моих. О, ядерный синтез я украл. Это здорово. Так, что-нибудь тут. Содержание ядерных устройств на вашей территории. Это все нафиг надо. Мне нужна была культура. Так, ядерный синтез, это круто. Это круто. Синтетические материалы и ядерный синтез. Синтетические материалы — это аэродромы, да? Сейчас я еще шахту с алюминием, нанотехнологии ускорю. Думаешь, оно будет сейчас работать? Может, все-таки культурный? Ну, по идее, у нас третьего уровня союз. Заодно и проверим. Но мне как бы... Меня по культуре скорее хуже, чем по науке. А тебе по культуре? Да. Вот давай. А что там наука? 10% наука дает. Я бы культурный все-таки. А, давай культуру. Сейчас я кину. Если изучено, да? Что изучено? Это изучается совместно. Это если совместно... Это если изучается в то время, когда союз заключен. Который есть у одного из вас. Или если оба одновременно изучаем. Да, вот. Несерьезно. Ну, все. Быстрее. А, так это потому что я запустил, все, я понял. А, кстати, да, я понял, почему у меня по одному ходу кто учится, это общество будущего. Да. Кстати, как-то раньше с этой точки зрения можно было там проставить штук 10 тех включения. И запасы полных убедиться, код раз за разом начались, а сейчас что-то фигня. Нет, за раз за один ход ты имеешь? Да. Что-то я не помню такого. По-моему, все равно по одной.
раньше изучала с махом. Не, если ты проставил вот очередь. Я понял. Блин, стандартизация, три мушкетера не ускорена. Я уже и забыл, где это. Все остальное у меня ускорено. Загляните на consolewar.ru, а на этом пока все, продолжение будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.